Это Лагнеш. Ваш Лагнеш – это, по сути, ваш главный талант. И сама планета – это талант, и знак, и там, где она стоит. И получается, что в том доме, в котором стоит Лагнеш, по сути, вы лучше всего разбираетесь. Но есть такая проблема, что вы можете уделять этому дому большее внимание. И дома денег или другие дома, если там Лагнеш не стоит, они могут пустовать. То есть даже при количестве определенном планет, то есть вы ничего не делаете там. И еще, да, такой момент, когда Лагнеш стоит не в очень хорошем положении, там где-нибудь в Дусханах, рядом с ним Раху, Кету, какие-нибудь пораженные планеты, либо еще что-то, то человек сам по себе неустойчив, и как бы у него нет центра. По сути, первый дом – это штаб. И когда человек вот усиленно пытается раскрыть свое солнце, дома денег, он ходит на эти тренинги, он себя там заставляет, а у него просто нет его центра, его ощущения стабильности в принципе, понимаете? То есть стабильность, она не придет в момент результатов, это иллюзия. Когда вы придете к целям, они не принесут вам стабильность. То есть состояние стабильности, оно не связано с реализованностью. Все думают, что если ты чего-то достиг, что-то у тебя получилось, то у тебя внутри становится так гармонично, комфортно. А на самом деле стабильность – это ощущение, то есть это самоидентификация. То есть тут может быть даже наоборот. Вы, например, находите стабильность в заработке, у вас там все хорошо получается, и вы за эту же стабильность и держитесь. То есть вы, например, видите себя стабильным в образе управленца. Ваша индивидуальность исчезает, вы везде себя так ведете. Почему? А потому что своей личной стабильности, своего центра понимания себя нет. А это уже изучение духовных аспектов, психологии, изучение себя, чтобы самим с собой было комфортно. Поэтому, когда мы перескакиваем через первый дом и идем в дома денег, происходит вот такая ситуация. Либо это ложная стабильность за счет результатов, либо мы играем какую-то роль, либо держимся за то, что мы делаем, потому что это создает иллюзию, что у нас внутри какая-то гармония. Поэтому подумайте об этом. Возможно, это вам поможет. С вами был Макс Амиров.